Ребятушки, не погода. Дождь идет. GT! Для нас не важно, дождь, не дождь, ливень, не ливень, мы рыбалим. Ох, как заливает. Вот это тропический ливень. Мы находимся где-то в середине Рио-Негро. Вокруг все так же эти острова, заливчики. Грег весь мокрый. Капитану вообще пофигу. Короче, клевать не клюет, но в целом прикольно. Заходим в лагуну, друзья. Пробираемся, друзья, через лес. Здесь просто вода везде. Везде вода, везде деревья. Что за условия? Настало время представить команду. Дуэйна вы уже знаете по моим видео, мы с ним нередко ловим на водохранилище Дзенвэн на Тайване. Джерард, основатель своего рыболовного бренда Адреналин. Вообще почти вся команда была из Южной Африки. И как вы уже поняли, мы каждый день менялись местами. В целом удалось плавить почти на всех лодках и со всеми членами команды. Все ребята бывалые рыбаки, и все приехали сюда не отдыхать, а ловить рыбу. Были и новички среди нас, но не халявил никто. У кого-то были дни с полным нулем, кто-то видел всего пару поклевок в день. Нужно сказать, что погода нас не баловала. Самая главная проблема — это, конечно, высокая вода. А это Грег, наш гид. Так что, кому интересны такие путешествия, можете обращаться, ссылку оставлю на него под видео. Между сезонами уровень воды может отличаться на 7 метров. Сейчас конец февраля, и это сезон средней воды. Но в реальности вода чуть выше, чем обычно. Именно поэтому рыбу не так просто найти. И самый желанный трофей здесь — это гигантский павлиний окунь. Ярко-желтый, с тремя четкими черными полосками, в стадии нереста. Местные зовут его Азу. Отнерестившись, он постепенно становится угольно-черным. Эта стадия называется пака. Вся рыбалка происходит меж затопленных деревьев и кустов. В середине озер рыба практически отсутствует, разве что пираньи. Окунь же прячется максимально глубоко в кустах, выбирает своим укрытием большие затопленные коряги. Yes. Это хороший. It's good one, man. Come on, man. О, мэн, чиз! Вот он, ребятушки! Это хорошего размера! Ну, это трешка. Трешка реальная. Как влупило, нормально. Надо больше. Надо больше, ребята. Пишите в комментариях, сколько нужно. Вот это рыбалка. Амазония, друзья. Да! Погнали! Всего в этой экспедиции получилось 8 дней полноценной рыбалки. Ночью мы перемещались на мадершипе, то есть на корабле-базе. Рыболовный день начинался рано утром и заканчивался перед самым заходом солнца. Водные просторы архипелага Мариуа, реки Рио-Негро, просто огромны. Я даже не представляю, сколько времени нужно, чтобы обплавать все лагуны, все озера и все протоки. На самой реке мы почти не ловили. Общее пройденное расстояние почти 1000 километров. Ну, если убрать расстояние, пройденное кораблем базой, чистое расстояние на рыболовной лодке для одного человека примерно 600-650 километров.
часто бывает, когда прямо лодки берут? Бывает. Ну, я очень часто, да. Я имею в виду, имеет смысл доводить прям до лодки? Нет, ясно. Поклевка была, блин. Что там? О-о-о! Yes. Бикуда. Это кто было? Бикуда. Бикуда? Мы сейчас находимся прям на реке Рио-Негро. То есть это не какие-то протоки, не какие-то заросли. Это конкретно река. Вот это вот все вокруг нас. Это просто огромное количество воды. И уже практически нет леса. Есть какие-то кустики и небольшие островки. И вот мы в целом их облавливаем. Места, конечно, просто удивительные. Условия вообще, ну, неповторимые. Есть! Есть! Есть, ребята. Это пиранья. А это, ребята, самый главный хищник реки Амазонка и Рио-Негро. Это пиранья. Какие у нее зубы. Ёшки-рыбёшки, не страшно. Ой, посмотрите, она готова перекусить тварь. Это просто капец. Это очень-очень. Рыбалим дальше. Бай-бай. Есть! Есть! Паку, я? Драм. Драм? Драм? Да. Yes! Man! Ребятушки! Вот такая вот рыбка. Ну, новый для меня вид. По-моему, он называется Silver Drum, что-то такое. Очень вкусный. И, в общем-то, Амазония, ребята. Рио-Негро! Рыбалим дальше! Это мы находимся с вами прям в Rainforest, внутри. Внутри этого затопленного леса. Ну да. Обед? Не клюет. Не клюет, да. Грег взял парочку вольфишей, парочку пикоков. Ну и у меня выходы были, выходы есть. То есть рыба вроде стала активна. Но сейчас мы перекусим. И наверняка рыба тоже активизируется. Всем приятного аппетита. Кому с нами это? Кому? Фария. Фаринья. Фаринья? Mm. Ребятушки, это фаринья. Какого же препара, Иисус? Манек. Манек берешь. Его нужно... А что это такое манек? Как картошка. Только большая. А, это, возможно, это тапиока какая-нибудь. Сладкая. Sweet potato. Что-то типа того. Второе. Короче, вкусная штука, ребята. Вот и стол. Пенсилом. Yes! Хороший, это хороший. Это хороший. Вот он, ребятушки, Грег, красава. Этого мы ждали. Это хорошая рыба. Yes! Por eso, por atrás. Это ты, Мензис. Асу, да? Асу. Есть. Это пятерка. Да! Ну, Грег, что ты чувствуешь? Расскажи. Ну, что можно сказать? Первая хорошая рыба сегодня. Да, наверное, за второй день. Ну... У меня-то поменьше было. Это пятерочка. Все. 64. 63 даже. 64. Да, и тебя фотой.
Фу, ну это хороший. Блин, а вчера у меня получается 60 был. То есть, а выглядит так, как будто это на пятерку. Ну поменьше, наверное, да. Блин, хорош. Ну красава, красава, Грей. Да. Да. Рыбачим. Так, надо посмотреть тоже что-нибудь. Может, какую-нибудь миноху, чтобы поставить. Чтобы поглубже шла. А, о, тонущий. Сейчас попробуем. Ага. Вот так вроде. Ну, вроде нормально, да, прыгает. Нормально. Yes. Есть. Хороший, это хороший. Это хороший, ребятушки. Есть. Есть. Дорога. Давай, красавчик. Ребятушки, не прошло и 5 минут. 5 минут! Бам! Я говорю, Грег, у тебя такой воблер интересный. Дай-ка я посмотрю себя в коробке что-нибудь подобное. Нашел стик. И хороший. Это между осу и паку. Значит, потому что видно 3 полосы. Вот, но в целом это цихла тимензис. Ребята, это пятерочка! Да! Да! 65. Не-не-не, не 65. 63. 64. А, ладно, ладно, 64, хорошо. Так, ну что это? Си-драйв получается какой-то. Я не знаю, 28 грамм синкер. Черт, кто знает, откуда он у меня лежит. 10. Но сработал. Yeah, it's a good one. Oh, yes. We'll be right back.
hard week's fishing. It's been tough, tough, tough as nails. I've had the whole day two bites. It's 5 o'clock in the evening and finally I get my fish. Not the biggest fish, but damn what a fight that was. Bye bye, Azu. Oh, it's worked. Bro, it's working. That'll catch. That'll do. It's like that. Yeah, it's working, bro. Yeah, it's actually this props better than that Columbia one. Yeah, bro, working good. Yeah, it works well. I like it. David, man. Yeah, did a good job. Остановились на очередную стояночку покушать. Вот я зашел буквально в лес, и вот я уже проваливаюсь, честно говоря. Подо мной вот вода, уже вода проступает. И вот там вот видно, там все в воде. Муравьи. Это все муравьи. Ходы на дереве, и вон там огромнейшее гнездо. Последний день, ребятушки, находимся в затопленном лесу, смотрите. Воу. Роб. Только что была вот здесь, вот прям вот здесь вот поклевка. Взял только что рыбу волка. Бабахнуло как молния. Тяжелая рыбалка. Волк Наутилус, Monster Pack JB. Значит, 100-150 у нее тест. Быстрая палка, 62 длина, то есть 2.02. Вот. И в целом, ну, при моем росте довольно удобно она мне оказалась. Длинная ручка у нее, это даже казалось хорошо. Я почему-то хотел с короткой ручкой, типа, блин, джерковать. Но на самом деле длинная ручка дает, значит, возможность облокотить ручку о бок, о тело, и тем самым как-то, значит, и на рыбе полегче, и вообще. И джерковать даже полегче, потому что приманка вот такая. Кстати, от компании Nautilus есть некислый такой промокод на 20%. Смотрите ссылочку в описании. Вот, также катуха TX300XGLH Shimano. Вот, первый раз ловлю я ей, значит, все так же у меня проблема этой правой руки. Так что в целом, как бы, кидаю левый, кручу правый. То есть мне это особо не мешает. Ну, перебежки есть, как бы, да, вроде кидаю. Но в целом нормально. То есть, короче, точность нормальная, закидываю нормально, в дырочки попадаю, катушка мощная, так что в целом, я думаю, привыкну. Что я освою вот заброс, как ребята забрасывают, они, у них тоже у всех праворукие катушки. И они забрасывают очень хитро. Вот. Южноафриканцы, они в крикет играют. У них это самое, почти что в крови. Вот. Приманка называется Chopper Proper. То есть деревянная такая вот штуковина. Вот. Очень мощные крючки морские. И вот такая вертушка. То есть ее надо сильно продергивать. При продергивании она делает такой... Вот, и тем самым привлекает рыбу. Вот на эту приманку взят там сколько, 3, по-моему, у меня рыбки. Вот, отлично работает. Вот эти два комплекта тоже меня очень хорошо спасли. Правда, на второй день сломался один, и вот в последний сломался другой. Значит, во-первых, это Twin Power 4000 PG. Значит, самый-самый медленный. Почему я сейчас на нем? Стеллу я оставил. Потому что Twin Power медленнее, стал чуть быстрее.
То есть мне нужна медленная проводка. Орион ASRE 832HT. 252 длина, конечно, 10-45. Вот, все хорошо, но длина, конечно, великовата в целом. Но я как бы, я привык к длинным палкам, поэтому я справляюсь. Мне нравится. Ну, вот. Ну и в целом все как бы. Свой лайт я так на всякий случай взял. Думал, может там где-то на мелечках половить кого-то, но в итоге получилось даже вот на мой ультралайт поймать какого-никакого окошечка маленького. Yes! Yes! Все, сейчас, вот, сейчас ты его возьмешь своим. Не повторяйся будет. А приманку схватил, нет? Нет. Ну, ба, видно. Недавно подходят и уходить, все, конец. Даже не дотронулся. Такое ощущение, что они просто отгоняют. Да, все. Yes, yes! Вот он, ребята. Пикок, наконец-то. Блин. Грег, я думал, мы сегодня не поймаем ни одну. А, ребятушки, посмотрите, ну какой красавец. Ну красавец, да. Грег, слушай, Свет. Ну это же получается... Это бабочка. Это не тмензис. Нет, это бурбулет, как бабочка. Ну, ага. Попал маленький, но первый, можно бы сказать. Первый, сегодня. Ребята, первый. Вы просто, ну я не знаю, сколько мы... Уже 5 озер. Ну и все, пускаем его. Давай, пока, спасибо. Фу, день два закончен удачно, рекорд обновил. Что-то все здесь в сантиметрах меряют, но суть важно. 64 сантиметра получается. Подходим к мазершипу. Сейчас там уже музычка играет. Сейчас какой-никакой перекусон. Быстро в душ и переписывать файлы. На самом деле много рыболовных приключений со мной случалось. Но это одно из самых невероятных, вы видите, за моей спиной. Mothership, корабль, на котором мы разместились. И посмотрите на эти просторы. Здесь просто песчаная коса. Чистейший песок белый. Солнце уже зашло, закат второй день. Мы сейчас будем ужинать. Очень хочется есть. Фу, жарища. Вот она, ребятушки, песчаная коса. Вот это кайф.
мы находимся с вами на так называемом мазершипе. Это вот корма привязанной лодки. Мы сейчас идем. Давайте с вами проведу экскурсию. Так, ну что здесь? Давайте смотреть. Ну тут какие-то складские помещения. Здесь вот тетушка. Ага. Все есть, чтобы еда была у нас. Так, ну тут понятно, овощи, фрукты. О, мужики собираются. Да. Это каюты. Ну, ладно, покажу вам свою каюту. Короче, каюта такая, двуспальная. Внизу Дуэйн разместился. Здесь вот у нас чемоданы стоят, всякие те самые. Ну и у меня здесь электроника моя заряжается, перезаряжается. Здесь копируются файлы. В общем, все как обычно. Четыре каюты. Плюс туалет-душ. Два. И капитанская рубка. Sorry. Там капитан и темно. Мы идем ночью. Так, ну и верхняя палуба. Стол, за которым мы кушаем. Здесь вот у нас холодильник. Пауки. Певчанские. Палки стоят, естественно, палки. Ну, а здесь наливают. Наливают нормально. И ребята после рыбалки. Yes! Guys. Amazon, baby. Yeah. Yes. Давай. Три звезды. Cheers. Cheers. Yeah.